Книга про Сашу Чекалина, юного партизана-разведчика, повешенного немцами. Про Зою Космодемьянскую, первую женщину, достойную звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. А также пособие, как приготовить еду из трав и диких растений, и пособие по замене хозяйственного мыла. Такие книги издавались в военные годы. Книга всегда была. Я вам скажу, что и на фронте люди с собой книгу таскали. И многих даже книга, я вам скажу, спасла. Каким образом? Не пробила осколком ее. Я вот знаю людей, которые благодаря книге еще сохранили свое здоровье. Рязанцы могут познакомиться с изданиями времен войны на выставке, которая сегодня открылась в областной библиотеке имени Горького. Нам для того, чтобы защитить вот то, что дали нам сидящие в центре зала ветераны, нужны знания. Нужно сегодня не просто на чувствах и эмоциях доказывать результаты победы, а нам приходится это делать. И эти знания, и эти результаты мы можем почерпнуть в подлинных документах той эпохи. Издана в годы Великой Отечественной войны. Выставка включает 1500 документов, уникальных изданий, произведения классиков литературы, книги по искусству, истории и философии, ноты, а также газеты «Сталинец» и «Сталинское знамя» за 1941-45 годы. В те годы, когда, казалось бы, было не до чтения, тем не менее все стремились читать. И литературу наше государство выпускало самую разную. Вы сейчас это увидите воочию. Первый раздел нашей выставки посвящен 1941 году. Материал вообще расположен по годам. И это прежде всего материалы начала Великой Отечественной войны. Вот здесь у нас выступление по радио заместителя председателя Совнаркома товарища Молотова, в котором он объявил гражданам и гражданкам Советского Союза, что фашисты напали на нашу страну, что война началась. Книги той поры являются отражением экономической, политической и культурной жизни государства в суровые военные годы. Эта выставка очень важна. Она важна как и для младшего поколения, так и для старшего. В каждой семье есть какой-то человек, который воевал, был на фронте. И каждый человек в любом возрасте должен знать историю нашей страны и этой войны. На выставке я увидела фотографии военных лет, костюмы, разные подлинные записи какие-то, документы, книжки. И ветеранов, истории ветеранов, которые рассказывали о том, как трудно было на войне, и то, что надо ценить очень то, что у нас есть. Выставка выстроена по хронологическому принципу. В отдельный раздел выделены книги о Рязани и рязанцах. Ярким дополнением книжных экспозиций являются фотографии бойца Красной Армии Виктора Кондратьева, запечатлевшего фронтовые будни военного времени, а также экспонаты, предоставленные музеем «История воздушно-десантных войск».